Новое имя. В малом зале Дома художника открылась персональная выставка Надежды Добрыниной. С творчеством этого мастера ивановцы познакомятся впервые. В прошлом году Надежда Добрынина переехала в наш регион из Воронежа. Представленная экспозиция посвящена 40-летию творческой деятельности. Для нас очень интересно то, что она акварелист, у нас много акварелистов, но она совершенно другой акварелист. У нее другой подход, у нее другая техника, у нее другая манера и другое колоритное композиционное решение своих работ. Я думаю, что зрителю понравится эта выставка. В экспозиции представлены циклы акварелей, созданные автором в разное время по воспоминаниям о своих путешествиях. Поэтому выставка так и называется – «Путешествие». География ее путешествий велика. Мало того, что она изъездила, то есть многие города Европы, она еще и побывала в Соединенных Штатах Америки. Но все равно ее серия «Русь бревенчатая», конечно, является украшением этой экспозиции. Серия «В горах Колорадо» – одна из последних. Эти работы посвящены путешествию по Америке, где художница жила некоторое время в гостях у дочери и с удовольствием рисовала на природе. Конечно, после наших русских таких грустных, немного спокойных пейзажей, там природа, конечно, то место, где вот я находилась, это горы, каньоны, она очень впечатляющая, яркая, и даже, если честно сказать, первое время, я когда вот вышла на пленэр, я прям села и думаю, а как это все изобразить, это буйство все. Ну и потихонечку втянулась в работу, этюды. Надежда Добрынина занимается не только станковой графикой, еще она создает гобелены. И вскоре ивановцы с ними смогут познакомиться. К столетию нашего края региональный союз художников готовит большой проект «Текстильная губерния». Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново.